Нам дает координатор турнира памяти Илья Пургин. Илья, ну расскажите о прошлых турнирах. Какой это уже по счету? Нижний Тагил – это 6-й отборочный турнир муниципальный в Свердловской области. И мы очень рады, что у нас наконец-то случилось. Мы с прошлого года хотели здесь организовать, в прошлом году не получилось в связи с пандемией. В этом году мы очень рады, что мы собрали столько много участников активных. Нижний Тагил показал себя с хорошей стороны и будем надеяться на продолжение турнира. Ожидали, что столько 12 команд соберется за такой короткий срок? Неожиданно, если честно, да. Но это очень порадовало, что у вас настолько активные участники, и все рады участвовать в таком классном турнире. Угу. Расскажите про прошлый финал, в прошлом году он проводился же, да? Да. В Екатеринбурге. Сколько команд приняло участие? Кто победил? В прошлом году в Екатеринбурге собралось 16 команд со всей области, и победила команда «Ураган» из первого раза. Первоуральск праздновал победу, а в финале с кем он выступал? Первоуральск играл за Заречного. Заречный. А вы же как раз из Заречного? Как раз. Тоже выступали или все-таки как организатор себя проявили? В роли болельщика был, я не выступаю. Ага. Я организовал турнир, специально, чтобы ребята участвовали, ага. Играли. Ну вообще это вот турниры памяти уже много лет проводят, да, в разных городах? Да, например, Заречный он 9-й раз проходил, в Каменск-Уральске 7-й. В некоторых городах по 15 лет, например, в 80-х. То есть такая история, да? Да. И именно областной турнир большой, который мы проводим, он проводится второй год. Расскажите про него, где он будет проходить, в какие сроки, какие ожидания? Мы ожидаем его в октябре, но если получится, то перенести. В связи с тем, что мы в этом году уже проводим 6-й турнир и идем быстрыми темпами, поэтому хочется провести сразу в этом сезоне. Если получится, сказать, будет в апреле. Не получится, то в октябре. И ожидаем 15 команд с 8 спортивных Свердловской области. Это Каменск-Уральский, Заречный, Нижний Тагил и города, которые мы провели. Да, ну спасибо, Илья, большое за такую организацию. Столько команд привлекли вот в Нижнем Тагиле. Удачи вам уже в завершающей стадии и провести хорошо финал. Спасибо. До свидания.